ну, сложная игра, мы всем знаем, как Нафтан играет. В принципе, там ничего такого. Бьют вперед, и просто нужно быть чуть внимательным, сконцентрированным. Ну, забили два гола, очень хороших, очень качественных. Вот, я думаю, что они успокоились чуть, и мы успокоились, и была игра под нашим контролем. Да, а во втором тайме показалось, что игра выровнялась, как думаешь, с чем это связано? Она не выровнялась, просто, наверное, мы чуть психологически подрасслабились, вот, и она выровнялась. Да, а впереди у команды сложный календарь, Динамо Брест, Торпедо Жоз, как будете настраиваться на этих соперников? Да, мы будем настраиваться все как обычно, то есть я думаю, что тренера знают, как играть, мы, в принципе, знаем, как с ними играть, как им сопротивостоять, вот, я не скажу, что им тоже будет легко с нами, вот, я думаю, что очень интересные игры будут, поэтому сами ждем с нетерпением.